Здравствуйте, уважаемые подписчики и дорогие друзья! Сегодня мы приехали в село Есенгельды Ахтасарского района Акмолинской области. Крестьянское хозяйство Семенча, которое приобрело в нашей компании «Казагроэксперт» гусеничный трактор ДТ-75 с бульдозерным оборудованием. И сейчас нашей сервисной службой, которой также представители приехали вместе с нами, будет произведена доукомплектация, запуск и передача руководителю этого крестьянского хозяйства данного трактора. Только что мы произвели выгрузку с автомашины нашего трактора, и сейчас наши специалисты будут производить досборку и докомплектовку этого трактора. То есть будут устанавливать бульдозерное оборудование, которое идет в комплекте с трактором, и также будут устанавливать саму крышу. Вместе с трактором идет комплект ZIP, вот, что включает всего сменные фильтра, вот, уплотнительные кольца. Вот, и на случай непредвиденных, это самое, одна прокладка к двигателю. И также идет необходимый комплект инструмента. Нет, в бок пусти. Бок. Да, вдруг ветер будет дуть, чтобы это вот, вот так, во. Давайте вкратце посмотрим, что же изменилось за последние годы с тем трактором, который был и с которым мы привыкли работать. И рассмотрим данную версию этого трактора. На этом тракторе в первую очередь мы замечаем о том, что стоит новая, улучшенная, обновленная кабина, которая в первую очередь отличается своей улучшенной обзорностью. Также установлены новые подрессоренные сиденья. И по новому образцу уже сделан расположение щитка приборов. Можно сказать, что кабина стала более комфортабельней и более удобней для работы механизатора. Только что мы показали работу нашей сервисной службы. Если у вас возникнут какие-то либо вопросы, замечания, оставляйте в своих комментариях.